Итак, ребята, всем доброй ночи, с вами Полина и игра Doom. И смотрите, новый уровень у меня начался вот с чего. Пожалуйста, меня поставили перед рычагом, словно от этого рычага, вы знаете, зависит вся моя жизнь. И если я, допустим, его нажму или не нажму, то это обернется моей смертью или не смертью. Ладно, ну так или иначе, больше тут делать нечего. А, да, мы тем временем продолжаем игру. Давайте нажимать на рычаг и... Что? Как это? Боже, там было очень много зомби. А кто их всех взорвал-то? Это еще что такое? Боже, сколько аптечек. А что это такое-то? Карта компьютера? Ну, аптечек тут немерено, конечно. Блин, круто, карта компьютера, значит. Я все еще не понимаю, где я нахожусь, в каком-то компьютере или что, где? Так, ну-ка, дверь. Господи, тут мне как-то страшно. Мне кажется, что меня опять в жертву принесут. Ух ты, какой необычный огонь синий. А тут еще один рычаг. Адиос, унылое помещение. Я пойду туда, где более светло. Да, но что-то и здесь так особо. Господи, как ярко-то, а? Как много бочек взрывоопасных. А в чем прикол, собственно говоря? Цепная реакция, офигенно. Блин, я думала, я уезжаю из тьмы во что-то светлое в день фактически. Боже, это помещение тоже звезду чем-то напоминает, судя по тому, что я, как я себя чувствую, бегая вот из одного конца этой комнаты в другой. Боже, мне кажется, тут реально кто-то что-то напоминает. Кто вы? Кто вы? Меня убьют! Ой-ой-ой! 11! Боже, 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 ой-ой-ой, мамочки, кто эти существа? Ой, 6, что такое? Кто эти существа? Ужас, кто это? У меня попали. Почему? Он так долго не умирает. Оть, мое здоровье, господи, мамочки, 6, 10%, пипец какой-то. А, что это такое? А, приветик, чувак, дай же мне из тебя взять. Ай, дверь не открывается, господи, 6. Вон там что-то есть, аптечка, наверное, большая, отлично, бежать. Боже, что это за чудовище? Сатана, что ли? Ай! Ай! 6, это ж быки самые настоящие! Ать! 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 Фух! Боже, что это они здесь делали? Господи! Эй, ты! Дай же себе взять! Жизнь и средства! Боже! Тут у человека кишки выпущены. Жесть. Блин, почему из одного уровня в другой все настолько кардинально меняется? Тут же 27 уровней. Такое ощущение, знаете, судя по развитию... Ничего себе, куда мне проход открылся? Судя по всем этим врагам, вы знаете, складывается впечатление, что я уже... Ну, плавно как-то вот к концу приближаюсь. Что, мне в эти двери не выйти, да, уже? То есть вот так вот, разработчики, вы со мной поступаете. То есть, мое любопытство наказуемо. Куда вы предлагаете мне пройти? Что это за место? Там двери похожи. И что это такое? А, видимо, патроны. Ух ты. Я... Тут день, я в дне. Боже мой,
А, меня телепортировали, что ли? Ну, отлично. Зато теперь у меня есть возможность тут и везде еще побегать, вы знаете. Сколько оружия. По-моему, разработчики хотели меня подготовить к этой встрече, да, с теми существами. Они не жалеют. Они вообще для меня, вот я смотрю, тут здесь сейчас ничего не пожалели. А там что? А, видимо, я отсюда пришла. Ау. Боже, меня разработчики... А, то есть... Если мы идем, то мы идем только все прямо и прямо, да? Тут без вариантов. Здорово. Видимо, разработчики меня подготавливали к бою с теми двумя существами. Интересно, что это за существа? Это боссы, что ли? Блин, ну это пипец, конечно, что они тут с людьми делали. Ужас. Небось, живых разрывали. Какой кошмар, правда. Это пипец. Бедные люди. Так, ну а тут что за этой дверью? Тоже, видимо, телепорт. Вы смотрите-ка, это же это. Звезда. Уж не знаю, перевернутая или не очень, как она там называется, пентаграмма. Но, может быть, какое-то отношение к сатанизму она и имеет. Ух ты. Кто его знает? Оу. Я себе лесенку сделала? Минутку, мне показалось, что там кто-то ко мне идет. Ух ты. Смотрите-ка, кто у нас тут. Боже, опять эти два несчастных человека. Ну надо же, я просто подумала, что, ну, если там действительно были боссы, то, наверное, врагов больше быть не должно. А если я сейчас сюда зайду, что мне будет? Может, меня прихлопнут, а? Ох, жесть, бедные люди. Бедняги. Как им не повезло. За что с ними так, а? Ладно, ух ты, видимо, меня телепортируют, да? Секреты 0%. Тут еще какие-то были секреты. Серьезно, убито 100%. Вещи 100%. А, я поняла, кажется, от чего зависит, как сказать, количество собранных мной вещей в процентах. Видимо, если я всегда подбираю все аптечки, всегда подбираю все патроны и всякое остальное, то, наверное, тогда это будет как вещи, собранные... 100%, да? А если я, ну, допустим, не нуждаюсь в большом количестве аптечек и не все их подбираю, то, наверное, тогда это не будет отмечено как то, что я собрала вещей 100%. Ладно. Итак, я закончила аномалию Фобус, начало аномалии демонов. Ох, это был довольно короткий уровень на самом-то деле. Ничего вроде бы такого сверхъестественного со мной тут не случилось. Опять эти звезды, а там что? Ой-ой-ой. Я в портал зашла. Блин, зачем я так? Хотя погодите-ка, может опять можно? Ну, здрасте, приехали. Где это я? А, я все-таки в начале уровня или что? Блин, что вообще происходит? Я в горах уже в каких-то, хотя я и до этого, кажется, в горах была. Блин, это не на телепорт похоже, а похоже на камин в окружении свечей. Как будто реально сатанисты здесь какие-то. Имеют место быть. Блин, ну я думала, что это вообще-то уже конец игры, но, по всей видимости... Ай! Это что вообще было только что, а? Как будто моему здоровью эта красная штука навредила. Я слышу... Господи, синий ключ, здорово. Я слышу врагов. Мне это не нравится. Так, давайте-ка посмотрим. Сейчас я вот так вот буду медленно идти. Да! Эта штука действительно вредит здоровью. Я не знаю, что это такое, но это что-то опасное для моей жизни. Поэтому, наверное, не стоит по этой штуке часто топтаться. Это как с химикатами теми было. А это еще что такое? Ай, тоже больно, видимо, делает. Я рык. Слышу рык. Да уж, за этими стеклами ничего не видно. Боже. Какие ужасные звуки они издают. Фу. Ух ты. Там броня. А там аптечка. Ну да, чтобы это было... Ау, 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 ау. Угу.
Чтобы это получить, мне нужно окунуться в это красное. Здорово, ладно. Давайте-ка проберемся обратно, добежим обратно. Так. Ой, давайте щелкнем на рычаг. Точнее, нажмем. И что? А, вот что произошло. Еще один рычаг. Что происходит, а? А, еще один рычаг. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Смотрите-ка. Ух ты! Красная карта ключ. Тихо. Тут еще что ли? А, нет, мне показалось, что еще один рычаг. Да уж, ладно. Давайте в телепорт, наверное, кажется, больше. Тут ничего нельзя сделать. О, боже мой. Ну и рожа. Господи. Боже. О! Я, блин, не понимаю, зачем я это делаю, зачем я ворую с ними, воюю с ними. Но! Опа, синяя дверь, красная дверь. И что примечательно, у меня к обеим есть доступ. О, карта компьютера? Что это такое? Какого карта компьютера сейчас? Погодите-ка, давайте-ка посмотрим. Так, пароли. Нет. По-моему, тут ничего. Нет связанного с картой компьютера. Ну, не говорится, что карта, например, типа, откройте там меня, бла-бла-бла. И что дальше? А. Да, у меня же есть еще и синяя дверь. Я про нее забыла. Давайте в нее войдем, посмотрим. Это что, телепорт? Ай. Блин, тебя только не хватало. Ай. Я подалась назад в телепорт, и вот. А быка-то убила. Ой, а это еще что такое? Какой-то летающий. Я даже не знаю, что это. Голова какая-то летающая. Блин, тут стрёмно. Какие-то звуки страшные. О, вот, кажется, куда. И тоже рычаг. Потрясающе. Же разработчики меня пугают. И тоже телепорт. Класс. Ладно, давайте зайдем, посмотрим, к чему это может привести. Отлично. Опа. Опа. Выход. Что тут вообще происходит? Ладно, давайте на выход. Честно говоря... Я что, прошла уровень, что не прошла, я не понимаю, что за карты компьютера я собираю. Секреты 50 я так и нашла. Когда я успела? Итак, окончена аномалия Демос, что ли? Блин, сложно читать, когда буквы таким вот цветом выделены, красным. Он... Глазам неприятно делает, и почти ничего нельзя, ну, по крайней мере, мне разобрать, что написано. Так, начало. Грузовая зона, что ли? Ладно, давайте, чего бы и нет, в самом деле, что это я... Ничего себе! Реально грузовая зона. Но звуки все еще странные. Так, а... я опустила один из ящиков, чтобы была возможность поднять те патроны, хотя все равно я не могу этого сделать. А тут что? Ящик по цвету отличается. Что с ним не так, интересно? Может, в этом ящике какой-то секретик для меня? Что такое зловещее? Что с этой дверью? Зайти можно, так... Ничего такого. Ох ты, желтая дверь. Блин, я не чувствую себя приятно, находясь в этом месте. Все какое-то зловещее. Ага, так, тут только желтая дверь. Если что, мне сюда, да? Если найду ключ.
то и это что такое? Ярость. Берегитесь, демоны! Ать! Я не знаю. Ха-ха, своего дракона в пол. Не, это вот неправильно. Ау! Блин, чем они стреляются? Какими-то пламенными шарами? Так, мне пора пушку изменить. Ать! Вовремя. Ай! Теперь ать! Не вовремя. Все, настало время демона умирать. Вы слишком разошлись, я смотрю. А там что интересно? Ничего. Что такое? Как будто за мной кто-то следует. О, я дверь открыла. Так, и что у нас тут? Ух ты! Ступеньки. Хорошо, что они есть, потому что в противном случае я не знаю, как бы я тут вообще перебиралась, ведь прыгать я не могу. А тут что? Открыть нет? Ладно, давайте по кислоте опять погуляем. Мне не впервые... О, синяя карта-ключ. Синяя, блин. А мне желтая нужна, хотя минутку. Ага. Кто у нас тут прогулочным шагом? Боже. Когда он успел умереть, я не понимаю. Мне бы сейчас до синей двери добраться. А, все, отлично. Вообще без вопросов. Быстро я. Ой, еще синяя дверь. Ух ты! Красная карта-ключ. И наверняка за красной дверью меня будет ждать желтая карта-ключ, да? Тут что? А, хей, я вышла. Я же была в этом помещении, да, а теперь я вышла из него. Видимо, синяя дверь нужна была лишь за тем, чтобы мы смогли раздобыть красную карту-ключ. Здорово. У них тут, у демонов, явно какие-то проблемы с питанием. Так, там же была еще синяя дверь. Или не была... Ладно, без разницы, теперь бежим. Ать. Было неприятно, но вроде как терпимо. А тут что? Минутку. Та же комната, что ли? Погодите-ка. Какая-то странная комната. О, как это я такая? Ух ты. Как прикольно. А, это что? Коробка какая-то. Блин, опять лабиринты. О, приветик. Только уже на складе. Нет уж, от меня не убежишь, особенно от такой моей пушки. Сейчас давайте цепную реакцию. Что? Не получилось цепной реакции? А вот, почти. О, так. Патроны. Чудно. Но никаких тебе ключей карт, да? Здорово, ладно, ну что, побежали куда-нибудь отсюда. Давайте выбираться. Это этих вот товарищей двух я убила? Я чуть не помню, если честно. Вроде я и была здесь, а вроде и не была, вы знаете. Да, почти начало уровня, похоже, правда? Так, ладно. Хорошо, что тогда я сейчас сделаю в начале уровня? Блин, тут стрёмно, правда. Ладно. А, это я активировала? Блин, куда меня? А тут? Тут синяя комната. Так. Что-то я где-то упустила. Что-то где-то не посмотрела. Так, сюда я ходила? Сюда я не ходила. Давайте-ка сбегаем. Тем более здесь может быть... Ай! Ать! Как ты так, а? Может быть, красная комната здесь, тем более. Ух ты, сколько их! Жесть! Вы видели, как их относит, да? Прям... Ух ты! Моими ударами их прям... разносит в разные стороны. Ой, тут все желтые. Намек мне на желтую комнату? Мяу! Вы видели, видели, я промазывал, но все равно его ударом отнесло. Я просто не могу в это поверить. Так, а тут что у нас? А,
это же комната. Блин, как тут все, однако, странно. Ага. Так. Сюда я... О, вот и красная комната. А там экзит. Ай! Почему я должна была именно окунуться, а, вот в этого все? Я не понимаю. Что со мной не так? Что, я сейчас выйду, что ли, так и не дойдя до красной комнаты? Так, что это я активировала? О, смотрите-ка, я уже могу на выход, да, отправиться. Но, блин, а как выйти, не посмотрев, что там в этой красной комнате? О, не в красной, а в желтой. Даже не добравшись до нее, даже не получив к ней ключ. Да, блин, да ё-моё, чем меня вечно носит, ну? Ай! Страшно, пугает меня. Опа. Приветик. Как дела? Эй, как вас тут много? Че так много-то? По-моему, желтой картой ключ даже и не пахнет, не? Блин, вообще-то я, по идее, могу уже на выход пойти. А там что? Тут все зеленые. А. Стоп, я... Блин, я... Я запуталась. Я хожу кругами. Не, вот кое-то что такое. Кажется, здесь я не была. Эй! Взяли упаковку энерго... Чего-чего? А, клеток, видимо. Ой, ну-ка, что это у нас тут? Давайте-ка активируем. Надеюсь, я никаких новых мутантов не выпустила. А тут что? Не дверь? Хотя реально впечатление создается, что дверь. Так. Где что сработало? Где какой механизм? И что меня интересует очень сильно, где я могу найти желтую карту ключ? Тут что у нас еще раз? Ну-ка, а. Да, я думала, что какой-то проход открылся, если честно. Стоп. Показалось опять, что лестница уводит куда-то туда. Что с этим кубом? Он мне как будто указывает, вы знаете. Нет, куб. Ты ошибся. Или колонна, как тебя величать. Тут я была. Возможно, мне указывают разработчики в эту сторону идти. Но и здесь тоже вроде ничего больше для меня новенького такого. Ладно, давайте еще раз спустимся, а вдруг? На это как-то на правду вообще-то мало похоже. Блин, ну психодел. Ладно, а если попробовать вернуться куда-нибудь сюда? Почти в самое начало. Хотя в самом начале меня встречала... Желтая дверь. Стало быть, желтый ключ карты тут быть не может, да? Ну, потому что было бы, наверное, странно, если бы она была рядом с дверью. Да, это было бы правда странно. Боже, меня эти звуки с ума сводят. О, вот я куда не попала. Эй! Какие люди? Ау! А почему мне перепало так, а? Сильно. Да так сильно, что даже аптечка меня почти не спасает. Смотрите-ка, все-таки тут остались части этого уровня, где я еще не успела побывать, да? Ну, блин, ладно, да. Судя по звукам, которые 100% враги издают, тут действительно... Остались такие части этого уровня, в которых меня не было. Ай! Не подходи ко мне! Ты, блин, чего делаешь, ну? Аптечка, вон ты. Хоть ты и маленькая, но все равно пригодишься. Ать! Кто у нас тут? Ать! Ах!
Задел меня все-таки. А что за этой дверью-то? Ты еще что за место? Желтая... Куда? Куда? Куда ты? Блин, ну и как теперь до тебя добраться? Смотрите-ка, у меня целый набор. Красное, синее, желтое. А, видимо, нужно опустить, да? Активировав вот этот вот механизм. И тут, наверное, тоже имеет смысл. А там был такой? И тут есть такое чудно, давайте. И что? Никто из этих не опустился колонн. Зато я вызвала чей-то гнев. Тихо. Ой. Господи, расправа близится. А, нет. Или нет, или да, или не. А, это еще что, блин, такое? О, боже! Как он быстро приближался. Блин, по-моему, меня очень сильно не любят. Уходи, уходи, уходи. Уходи, блин. Боже, у главного героя глаза красные. Так, по-моему, мне про пушку сменить. Вот на пулемет, да. А, кажется, я все эти комнаты пооткрывала, да? Выпустила, блин, на свой страх и риск. А, аптечку мне бы на самом деле. Просто замечательно было бы получить, правда-правда. О, спасибо. Какие вы сегодня добрые разработчики. Эй! И ракета. Здорово. Блин, а вон и желтая дверь, конечно же. Так просто к ней не пройти. Ладно, давайте, значит, вернемся почти в самое начало уровня. Наверняка меня сейчас тут будет куча врагов поджидать. А как иначе-то? Не так ли? Наверное, другого было бы странно ожидать. Так, идем, идем, идем. И... Мне бы аптечку, правда. Было бы очень здорово. Что там за желтой дверью меня ждет? О, аптечка. А, слушайте, а это довольно обширный склад. Громаднейших размеров. Неудивительно, что я там слегка потерялась, блин. Ладно, а как добраться до начала уровня? А, все, кажется, сообразила. Где-то здесь. Да, вот она. Отлично. Блин, желтая дверь. Ай, я тебя расстреляю. Приговорён к расстрелу, так и... Мяу. И никакой тебе кислоты. Как здорово. Ладно, это все, что было за этой желтой дверью, да? Ну, круто. Теперь давайте, наверное, выбираться. Ничего, честно говоря, полезного и сверхъестественного здесь не было. Ну, наверное, там еще колонну опустили, да? На которой меня ждал приз утешительный. Но я уже не буду там ничего подбирать. Давайте к выходу пройдем. Со спокойной совестью я ведь открыла все, что хотела, все двери. Так, а выход вон где. Дорваться до выхода. Так, окончена грузовая зона. Начало завод. Какой еще такой завод? Так. Меня встречают. Кто это? Кто это? Какое странное чудище. Что, едва ли своей жизнью не распрощался? Так, тихо. Блин. О, боже. Там он мечется. Давайте-ка убьем их. Чтоб не сильно мучились. Они меня убивают. Сбоку. Ну? А что хорошо в подобном убийстве этих быков? То, что они... не смогут достать меня. О, костюм, здорово. Ай,
я между тем спокойненько буду их расстреливать. Разве это не круто? Боже, мир в зеленых цветах. Потрясающе. Ать! Как у вас много здесь, однако. Однако. Отлично. Пила. Взяли пилу. Почему она пила? Я и не понимаю, даже совсем не пила, вовсе не пила. Я вам даже более того скажу. Так, ну вот тут какой-то труп растекшийся, и вроде где-то должен быть вход во что-то тайное, да? Но нету. Так, тут патроны, а я взять ничего не могу. Ладненько. Так, боже, какие зловещие звуки. Все. Моя защита больше не работает, да? Короче, видимо, у этой защиты есть какой-то временной лимит. Если я не успеваю за этот временной лимит ею воспользоваться, то, видимо, я просто впустую потрачу эту защиту. Просто так этот костюмчик поношу и всякое такое для красоты. Но перед кем тут красоваться? Перед демонами? Фу, господи, что это? Ух ты! Ничего себе, какая гора странная. Ого. Как будто человек, вы знаете. Очень-очень-очень странно. Блин. Я пытаюсь найти тех, кто издает все зловещие звуки. Я не в восторге от этой идеи, вы знаете, но... Ух ты! Ой-ой-ой, мешки! Жесть! И пусть я не в восторге от этой идеи. Можно подумать, у меня есть какой-то выбор, да? Ать, что это со мной? Там ничего для меня. Ладно. Идем куда-нибудь сюда. Боже. Я так понимаю, поскольку эти маски уже светятся, у меня был опыт работы с ними, то я могу сюда зайти. Так, что-то мне тут вообще не нравится. Фу, что с этим зданием? Это завод? Нужно постараться к этим стенам не прикасаться. Мне кажется, что это кожа людей. Из-за нее вот это вот все сделано, а тут плоть, видимо, людей. Да чего же мерзко. А, вот мне костюмчик и пригодился бы, вы знаете. Ладно, я постаралась как можно быстрее это все сделать, и... Я вышла совсем не туда, куда мне бы хотелось попасть. Чудно. Ладно, значит, мне туда... Ай! Ай! Блин! Застряла! Застряла! Так, без паники, тихо. У вас, товарищи, пока в моих руках пулемет, вообще без шансов. Эй! Кто это у нас тут? Мега броня. А это что, дверь? Чуть ж похоже на то. Что с этой пушкой? Я, кажется, не получаю урона, когда стою на этом красном. Хотя, не могу быть уверена, не могу утверждать. Так, ладно. Пушку я взять не могу. Зато я вот куда пришла, и давайте убьем этого паразита. Цепную реакцию запустим. Что, их тут двое? О, черт. Боже, их тут очень много всяких паразитов, жесть. А тут что, вот тоже дверь, например. Приветик. А ты что, стоял, меня поджидал, да? Думал сюрприз мне сделать. Здорово, я это ценю, и сюрпризы я ценю. Вы знаете, я, ну, не то чтобы люблю их или не люблю, но я вот ценю их, да. Особенно, когда мне их делают демоны. Пипец просто. Что с этой комнатой? Может, тут зажечь надо это все дело? Да, это вроде бы ничего не происходит, никакого взаимодействия. О, смотрите-ка, что у нас там так. О! Синяя ключ-карта, здорово. Теперь дело за малым. Отыскать ту самую синюю дверь. Это же всего ничего, не так ли? По-моему, даже эту бочку двинуло взрывом.
То есть взрывы от бочек здесь довольно мощные. Блин, а как же мне туда вот попасть? Там коридорчик как будто какой-то. Ладно, пойдемте искать синюю дверь. Я пушку сменю, потому что мне кажется, что тех патронов уже, ну, слишком уж мало, поэтому да. Ладно, это, видимо, автомат, да? Поэтому ничего такого. Что, вперед? Ать! Стрела, боже. Так. Теперь отыскать ту самую синюю дверь. Вроде она где-то здесь была. А может и нет. Я не помню. Сейчас увидим. По-моему, здесь ее нет. Даже если когда-то она здесь и была, то вот сейчас ее тут точно нету. Что-то мне эти звуки, ну, очень сильно не нравятся. Они реально зловещие. Так. Ладно. Видимо, насчет двери таки я ошиблась, да, дверь? Где-то в другом месте. Так, это не открывается. Боже. Мне показалось, что это чудовище зеленое ожило. Жесть. Какие-то глаза у нее на тростинках, как будто. Ну, в смысле, это не тростинки в привычном понимании, а как. Ну, как будто глаза держатся на. На венах или что-то в этом роде. Как-то так. Блин. Я не помню, где была синяя дверь. По-моему, она была. А, вот она, фуф. Но где именно она была, я забыла. Мы умрем вместе, я этого очень не хочу. Что, воспользоваться моментом? Ах. Так, он здорово подставился. Ай. Такое обстоятельство дел меня вообще не устраивает. Хочу аптечек. И чем больше их, тем для меня же лучше. Вот, например. Уже неплохо. Ладно. Очень надеюсь, что этого мне хватит, потому что у меня сейчас такая пушка в руках, знаете? Наверное, лучше бы мне воспользоваться. Вот! Дробовиком. Странно, что эта пушка называется автоматом, ведь стреляет же она один в один, как дробовик. Но просто если я буду пользоваться ракетницей, то я говорю, я буду врагов убивать, но я буду убивать и себя вместе с ними. В чем я, разумеется, не заинтересована. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мне пробежать? Я все промазываю. Вот штуку очень сложно попасть. Нужно бегать, видимо. Может быть, я бы могла ракетницей сейчас воспользоваться, но это будет, конечно, большой риск. Но для меня, опять же, я могу запросто умереть. Нет, разработчики, пожалуйста, не надо. Опять перебои с электричеством. Блин, как же не кстати-то, а? Они, блин, всегда не кстати. Еще лабиринта, ладно, аптечка. Ладно, вроде мои дела. Ай! Боже, это на хоррор какой-то похоже, вы знаете. Враги выскакивают прямо перед тобой и пугают тебя. До ужаса. Ну и что? И мне теперь придется гулять по этой зеленой жидкости, да? Блин, ну здорово. Что я еще могу сказать? Просто потрясающе. Я вот всю жизнь мечтала. Эй! Бонус брони. Тут нет ничего. О, там что? Блин, ё-моё, вот так вот зацепишься за угол. И фиг ты добежишь. Так. Почему я за что-то опять зацепилась и не могу пройти? По-моему... Мамочки! Тут меня что-то страшное ждет. И вот оно, да.
свершилось. Блин. Я даже не знаю, в таком состоянии, как у меня сейчас, разгуливать по таким темным местам, а потом разгуливать по зеленой субстанции. Ну, фиг его знает. Нет, это какая-то не очень вообще хорошая идея, между прочим. Ой, ну кажется, ничего не поделаешь, да? Блин, как тут выйти-то? А вот оно. Ладно, ох, как бы мне тут костюм сейчас пригодился. Ну-ка, давайте-ка осмотримся как-нибудь вот так вот. Там вроде... Ладно, ну что, понеслась? Умру так умру. Вот, не туда, кажется. Ну, а не умру так не умру. О, приветик. Какие люди. Эй! Мне повезло. Ладно, а теперь что? Ай. Выбирай, умрем мы вместе или как? Все-таки ему меньше повезло. Ладно, а теперь-то что? Ух ты. Я могу... Могу заскочить. Ну надо же. Честно говоря, я думала, что нет, поэтому я сюда сразу и не шла. А тут у нас ничего. Бегом отсюда. Так. А кто этих ребят всех перебил? А, это я? О, они были здесь, прямо рядом с выходом, да? Чё себе, когда только я успеваю это делать? То есть получается, что я их увидела почти сразу в начале уровня, да? Как-то так. Хотя я не уверена, что это начало уровня. Боже. Наворочки. А, теперь это у нас рычаги чудно. Я уже думала, что опять сейчас мне разработчики какую-нибудь свинью подложат, но нет. Обошлось так, секрет 20%. Убито 96%, почти. Начало лаборатории, по всей видимости. Но, ребята, я чувствую, что я уже не в состоянии продолжать, поэтому давайте, наверное, на этом закруглимся. Всем за просмотр спасибо, и всем пока.